Обычный карандаш для подводки глаз можно превратить в стойкий гелевый при помощи простого трюка. Подержите острие несколько секунд над огнем зажигалки. Если наносить губную помаду слоями, каждый из которых припудривать через тонкую салфетку, она будет очень долго держаться. Бальзам для губ подойдет в качестве стайлера для бровей, а красная помада заменит румяна, просто аккуратно растушуйте ее на щеках. Ресницы будут выглядеть более густыми и пышными, если по линии их роста нанести темные тени.